Ой, у тебя же такой же, нет? Я говорю, если никому не нужен, я бы забрал, он меткости будет. Сейчас я отдам. Отходите оттуда, отходи. Дайте ребят как былой, короче. Сейчас я отдам друлю. Точно, забафую, короче. Короче, пацаны, вот вам свечка, нахуй, за упокой, блядь. Алюминь. Алюминь. Как это, костёром? Ну, кому так, как, блядь. Так, срез ДД, напуливаем в столовку. Получай, кто на этот у нас будет? В лока напуливать будем? Да, давайте в Асмодея. Саня, заебал, не пиздь наши имеры, нахуй. Давай завязывай. Надо. Как ты будешь в ульдуаре, когда хилы будут по мане просаживаться, ты будешь, блядь, дать инер, нахуй. Смекалка, да, давай, смотри, дайте первый на пул ты отдашь. Смекалка, давай первый на пул ты отдашь в этого, в столовку, а я сразу в Асмодея на пулю. Угу. До столовки не нужен будет на пул, дайте сразу. Блядь, мы такую же хуйню слышали на прошлом КД, да нахуй в него на пулять, хуяк вайп, нахуй, прямо тут вот на крыльце, блядь, нахуй, не заходя, блядь. Столовка, подходи немножко туда ближе. Это я был, да. Где эта жирная? Поебень. Асмодей тоже держи чуть поближе. Чтоб эти отрексовать могут, далеко сильно не стой. Где-то тут на полоске, вот тут на этой стой как раз где-то, она будет доставать. Так, серьезно? Смекалка, напуливай в него, в этого, в столовку, а я вас смотрю. И чё это ебать, он его, блядь, на полтинник обгоняет. Чё там, Гера пошла? Нечаянно иннер мне. Кьюикс, давай тоже иннер мне. Марлу тоже давай нахуй иннер. А смотри, подойди ближе. Ну сразу говори, чтоб всем друиды нахуй тебе скинулись. Да ой, вон, блядь, чё, 8.5 даю пока что, и на рыбу. Ты, конечно, блядь, стрелы не скидываешь. Дрессировал эти, дрессированные друиды получаются. Так, сейчас до шаманов доберу, сейчас перекину себе в пати к килам. Блядь, у меня рейд забагался, так бы сейчас бы ещё к шаману перекинул. Пойду плакаться. Паладин и священный щит на танках всегда должен быть. Красавец. Ой, жуху Лася. Какого Лася? Лася. Ну и чё, сын, ты по ДПС выпадаешь? Сука. Ну, ну что, всё. Всё, кончилось? Пробластился, да. Бетрадетова 4 инера. Нет, Гера, кончилось ещё. 4 инера в очко просто. Какие-то охуенные. Три. Ну три. Да? Ебать разница нахуй. Слепки не на, пожалуйста. Сука, ну ты, блядь, мерзкий пиздец. Еще гимн на ману есть. На тебе гимн, ебать, занимал. Давай, давай. Прилив пой, нахуй. Перекиньте меня к шаману, пусть на темп просто. Я уже воткнулся. Нет, все ради 7к ДПС на выходе. А чё нет? Все равно оно никуда сейчас не надо, понятное дело, там в дуаре где. И один хуй он дает больше, чем на файере, на самом деле. Да сука, ну заебало, блядь. Так он не скидывает прок, понимаешь? Он просто 4, блядь, пока додержит, их хуярит вспышками. Я знаю такую страту, нахуй. Страта поганом. Зубы отдал. Ой, пизда смотрю, нахуй. Пизда, милик еще посыпется, нахуй. Нет, там локи есть. Нет, там безвредные следующие, нормально все. Он опять слетела, пидораска, заебала. А как он сдох, я нихуя не понял. Ну как же маленькая обычно, блядь.
кинул в него топорик. Офхэнд хочу, дайте я офхэнд, блядь, ебаный. О, лук упал, ебать. Блядь, эти клеши говно, по-моему. Эти всех кольца одинаковые, ну, пиздец. Конечно, оно падает, кстати, вот часто, это кольцо. Это помойка, ну, помнишь? Вообще помойка. Бать, что СПД, что крита хуйню дают? Это нихуя не падало, то сыпет, ебать, как нахуй, в последний раз, бля. Босса нету, приведите дальних двух. Вообще ты, блядь, сыпались. Ради тебя сделаю. Где, где кто вообще? Где чё? Здесь, я веду, я веду. Киря, тебе нужен этот лук? Или вот срезу туда? Ну, если срезу надо, да, ему. Ну, да, у него, типа, я смотрю, у него 13-й скритом. Не обязательно. У него 13-й скритом с ласта. У меня, в принципе, метательная плюс-минус такой же, просто этот лук больше дает меткость. По меткости агилы. Тебе отдал. За боб спасибо. Я чисто думаю, что-то, блядь, кнопка какая-то не тыкала никогда, блядь, дай тыкнуть. Нихуя ты, блядь. Святой паладин. Сейчас его нахуй будет луковый спамить, заебал. Невосприимчив, сука. А в смысле, ебать, это ж нежить. С каких пор у нас нежить невосприимчива какого-нибудь? Сильно большой, блядь. ВВК так же будет? В изгнании он вроде не топает. Блять, меня тут трупами завалило, нахуй. О, меч, ебать, дурочный упал. Да. Ну. Это чувство, когда наебал, нахуй. Мне ничего не нравится. Почему, блять, на этом сервере? Давайте босс спускается, давайте готовимся. Срез, давай ты на этом, на мобах, столовка, пусть. Помните, да, то, что он багает, то лучше всем за спиной стоять. Чё, агрится, нет? Да-да, погнали, погнали. Ебать, давайте в меня тогда инера нахуй, что ли, пацаны. Дайте ему инер. Слипайся. Чё, кому кинул? Себе, блин, пиздец. Пиздец, сам себе ману зарегинил, инеров когда нету, охуеть. Вы чё, нахуй? Рыба. Чай накинь, Инар. Как ландит. Дальше с рейда выходите, вы мили, когда можете. Когда выносите. А чё он отскочил назад? Кажется, я частичек не вижу, ебать, не вижу, ебать. Хильки, блядь, трои частички, нахуй. Где, сука, тотем, блядь, от сил природы, ебаный в рот, блядь. Там же где тотем очищения, нахуй, ебать. Ну, уже. Чё, блядь, никто не отыгрывает за свой класс, пока ему нахуй не скажут, блядь. Ебать, нахуй. Диспелить. Рыло, ты в рейде продиспелил? Найс, пора диспелить. О, нахуй, блядь. Нихуя я не я, блядь. Кто-то диспелил, блядь. Тебя диспелило, Сидона. Ну я диспелил Ока и диспелил тебя. А, Тодрайан, ты кого диспелил? Спельте уже кто-нибудь. Может в лужу там кто-нибудь зайдет, нет? Там. СС, дайте диван, дайте на крыльях, зайдите в лужу. Скиньте диван тут кто-нибудь. Пристам, вот присту дайте. Владу дайте. Чё, пока нужно... еще можно дать диван. Нужен пятый хил или что? Да вон, разлили лужу, смотри где. Нужно поставить тотем от сил природы, блядь. И иметь голову нахуй, когда диспелил. Тотем очищения убрать нахуй. Тотем диспелил, да? Написано, что он очищением духа снимал. Ну да. Ну типа я один раз снял с Милика, один раз с этого пацана, блядь. Он когда вывел. Бля, гений нахуй живой, блядь. Сука.
Что там, не получилось? Саня, давай, за легенд, Саня, за легенд. На тебя око два раза кинулось, да? Или один раз? Ну вот один раз тебе продиспелил, второй раз я не ебу, кто нахуй. Ну там ок... Ой, блядь, что там показывает? А мне показывает, что око сам себя продиспелил. Ты глыбу не тыкал? Да, 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 кстати. А, вот, видишь. Потому что он сразу в рейде разлил. Я ждал, ну, чтобы продиспелить, а? Когда он вынесет, а оно резко ебануло. Короче, эта хуйня показывает, что был эффект вот этот эффект устранения болезни. Ты случайно не ту хуйню, которая автоматически диспелит потом кинул? А там знаешь, как может быть? Короче, типа... Ага, это мой косяк, я понял. Да, висел бах. Бах висел от диспела. Ну, то есть, смотрю, устранение болезни, что-то, блядь, не это то. Это зеленая, да, такая мордочка? Да-да-да-да-да-да-да-да. Такая, как ебальник, как у Арчи. Ну, я привык ее, блядь, наличие ее чуму. Влад. Фу, блядь. Я специально наушники снял, что нам делать? За каждого по сотке, ебани ему, блядь, 2400, блядь. Там, знаете, там еще в этих, в миликов он повернулся и плюнул. Он слизней дал. Укола ебанул, было дело. Так, что-то слеза никто не лез, сейчас подниму. Сука, что тебе? На офспек получать. Это, а скажите, ребята, вот. Дай ему ГП на офспек, ебать. Да идите нахуй, блядь. Вы чё, собаки, охуели, что ли? Диспелить вот это... Завтра обнуляться, чё ты волнуешься? Слышите? Снимай давай, ну. Диспелить — это тактика такая, ну, типа, обязательно? Где-то прочитали или чё? Ну, типа, диспелить укол. Его обязательно или нет? Нет. Чтобы человек быстрее вернулся. Да, так это охуенно. Я слышал, профитнее в человека хил кидать, чем на диспел ГКД тратить. Диспелить надо, блядь, то, что метки выносить, и всё. Вот я про то и говорю, что профитнее хилки моментальные дать, чтобы он не сдох. Какие хилки? Нет, блядь, ее надо выносить, метку с рейда, потом человека диспелят, нахуй, и он возвращается, блядь. Какие нахуй хилки, блядь. Смотри, что... Каждого человека, нахуй, закрепить холипало, блядь, чтобы стояли вон на хиле или как? Как на холионе, один в один. Вынес, продиспелили, вынес, продиспелили, блядь. Все же легко. Шаманы, кто-нибудь там, кто давай адекватный, блядь, кто слышит, нахуй, там, кто умеет. Да я по диспелю, все, я сменил. Да нет, блядь, тотем от сил природы, да. Нахуй, блядь. Арчи поставил. Да я поставил уже. Все, давай, давай, иди его зови, блядь. Дайте кулак, блядь, там, я хуй его знает. Кулаком тебе, нахуй, не знаю. Саня, иди ты зови. Сука, сейчас я хлебом, блядь, его прикормлю, блядь. Гули-гули-гули, нахуй, блядь. О, дискон, да? Нет. Гули-гули-гули-гули. Гули-гули-гули. Бежит, нахуй. Бежит, родненький. Давай, Саня, отрыв, нахуй. Надо левитацией было тебя поймать, нахуй. Чтобы ты улетел в начало, нахуй. Пойдем, пец, сейчас сдохнем за хилем, Влад. Что он принял весь удар на себя. Геру, давайте. Ой, что такое, бед? Геру, да отойди дальше ж, ебать, ну шо вы такие трудные-то? Не подходите близко к рейду, когда вас выбегаете, выносите. Два хпала, частичку, столовку киньте, блядь, хильте, все. Один там. Обоих хватает, срез вынеси. Диспел. Тоже нехорошо. Нечаянно, да, Инна? Арчи, покажи им, как надо делать. Арчи, блядь. Арчи, сука. Хуёво, блядь. Эрдру умер за тебя. Надо класкутику вынести, чтобы он успокоился. Телдран, служи, не выйдешь, я тебе пишу. Ну, понятно, нахуй. Чё, ебанутый, что ли, блядь? Видал, да? Назад отошёл, еблан. Я видел. Какая-то лунная походка у него тут, нахуй. Я хуй пойму, что за залупа. Митчелл Джексон, блядь, какой-то нахуй. На натуре, блядь. Протяни его чуть-чуть, столовка, блядь. Ногами вперед, ну. Давай, запакуй.
Спокойно. Беги, беги дальше, беги. О, красавец. Егора выкинуло, бля. Егор, это ирландец, который, нет? Нет, не, это Телдрин. Как-то вы, блядь, нерационально вот, лужи на лейте, будущее, туда, когда... туда, да. Куда мы бы не пойдем, не лейте лужи. На будущее, вы... когда лужа выносишь, блядь, стели ее прям вплотную к, блядь, предыдущей. Неси. Вынеси, вынеси, блядь. Накажу нахуй тебя. Орально. Дальше. Запакуй, вынеси сразу сейчас. Уебёт. Я же выношу. Кто-то дальше побежали сразу, ребят. Ты мне там что в ПМ писал? Бля, можно звук вырубить от этого ебаного колокола, блядь? Нет. О, секси голод, ебать. Твои знакомые? Да, да. Так у нас в Дискорде этот есть Богодин, который один из топовых голдселлеров на фан-пве. Бля, выключите эту хуйню, блядь, ханты! Вот это ГП смекалки, 100%, да, нахуй? Саня, ты меня уебал, уеби ему еще. Это какой-то другой хан, по-любому. А кто-то, блядь, ворвался сюда извне, нахуй, въебал нахуй. Ой, блядь. 26-й человек в рейде, блядь. А что ты себя Абу-Даби закинул? Тебе нужны теперь, что ли? Нет, Кирюх, это ГМ был. Саня. Плеч? Да. На распыл, который кольчужный. А, Кани у меня все, вижу. Кани у меня все. Он всю хуйню собирает на дис. Да я понял. Просто я думал, что он себе другие вещи скинул. Да он такой может спиздить что-нибудь. Я почему? Вижу, да. Конечно. Я верю, верю. Инеры, например. Инеры, нахуй. Ай, блядь, смерть магам, нахуй. Ты это, ник поменяй на там, дай инер или что-нибудь такое, нахуй. Нитури, блядь. Инер магу, нахуй. Всё. Напиши себе ник Инервейт, нахуй, блядь, и нормально будет, нахуй. Поставьте шкаф. Нет. Его разусмотрим. Асмодей СС по смекалке. Редный по мне. Дэн, заметил, что мы все метки продиспейлили, и он не блеванул одновременно с меткой? Не знаю, я в глаза влюбился. А когда не диспейлишь эти метки, он почему-то разворачивается, так, подожди, кидает уколы и бьет. Я вожу Лоя. Еще. Да. Лоя. Ну давайте Лоя смекалка. Хорошо, я просто к тому, что мне яд мазать надо, блядь, снятие этой хуйни. Кто из хилов с кем остается? Или они сами справятся? Я периодически буду их там подбадривать тотемами. Пацаны, хватит эту хуйню в ролл кидать. А вы не замечали, вот это сверху на цепях висит хуйня? Может, если цепи сломать, можно собаку ваншотом убить? Да, да, кстати, блядь, идея хуя хорошая. Хуя ты умный, у тебя череп не жмет его? Залетай, залетай туда на цепи, рубай нахуй, начинай. Она и по жопке ударит, получается. По жопке, блядь. Это дверь выламывать, вы что, нихуя не понимаете, что ли? Так, давайте на готовность. Мне где делали, слева, справа? С дальнюю, Сань, возьмешь Лоя, ближнюю, того, как стоит. Ага. Давай, я Дегаслой побегаю, Рыло, ты иди, он ту хуйню хили. Давай. Ну да. Ну ты понял. Как, смекалка, значит, водит, я яд намазал, все. Срез, да? А, нет, у вас смекалка. Столовка. Ты да, с говновкой-то, я, короче, с этим слоем.
Колебал, иди хильте танков, ебать. ГМ так пиздит, как будто последний день живет, нах. Ну просто сохранился на работе. Без чуме. Ну, обладаем, да? По 300 как было? Так, без разницы. Хочешь по одному? Не, по 3 давай. Удобно, да, Сань? Я где ловушка? Чё щенок, ебаный? А куда ловушка делась? Пропала, нахуй. Чё, она не разлилась, ебать? Забери моба, блядь. В оковах стоит, не бейте его, не бейте. Где Саня, ты заберешь его, как будет время у тебя. Давай. Все скидываются у тебя, сразу забирает все, что. Я замедляюсь. Я понял, поставил, она ушла на КД, и поэтому не разлилась. А ты в этом, в маме? Таймер 15 секунд, готовьтесь сводить уже. На тебе еще точку. Подведи, блядь, подведи к нам вот эту свою пачку. Да там же не прям таймер, думаю. Ну после того, как таймер пройдет, еще секунд 5-6. Ну так прямо росте просто, да и все. Зомби уходит, ебать, ловите его. Пошли. Мили. Саня, не умри нахуй, ебать того рот. Да, блядь, умру, наверное. Ну какое-нибудь замедло, не знаю. Ухуёво бы было. Блять, добейте трэш, на хули вы в босса повернулись, народ, блядь. А сейчас он захилится, просто потом будем плакать. Беги, блядь, Александр. Я отбежал, потому что, блядь, исступление снять, блядь. Чё там, инер просили опять? Нет. Мне показалось. Беги, Сашка, беги. Закройте. Бать, меньше чем за 3 минуты убили его. О, пет упал, бля. Хатовский пет. С бугами ходил у нас, нахуй, у них собаку по 10 человек волит, блядь. Точнее, на пол, нахуй. Просто шаман, ДК, нахуй, ебать, мах. Вот, штанишки мне очень нужны, Саня. Это пиздец прям. Бомжи вообще в тему. Тут у меня ни на холике нету, блядь, ебучих штанов, нахуй. Ни в ШП штанов нету. Идите сюда уже, бейте тогда всех, блядь, раз мы всех нахуй сагрили. Гаргулю, слышите? Филяйте как гаргулю, он не будет вообще откидывать. Сейчас подбегу по филяю. Ну то, блядь, блядь, только быстрее, мы сейчас сдохнем, нахуй, блядь. Как-то можно меня спасти, я хуй знает. В этого фирять начали. Давайте кого-то одного, блядь, бить. Третьего фирять тоже. Ух. В смысле, откуда три уже? Да, блядь, тут он же откидывает, нахуй, он в говно выкинул. Мало того, что откидывает, он еще бомжи летали. Бомжи-то как раз и не цепанули. Бля. Саня, там та ситуация. Арчи, уступи её? Или не уступишь? Кого? Арч. Что это было? Да, давай, давай, сейчас обмен убьем. Это у Арч, там девушка, походу, появилась. Да, души, братишка. Откуда, блядь, у него молодая девушка? Пивная. Пивная. Пивная, блядь. Та, что это? Буфетчица, которая наливает, нахуй, лишь. Да, 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 она самая. Я та, что его за волосы над ванной держала, она. Мы шутим, брат. Спасибо, молодец. А умер только Сашки, короче, помянем. Да ему похлебало сразу, да. Свечка стоит на гербе уже, ебать. Саня, алюминь. Я уже весу, пейте, мам. Кость глута. А чё, ролим кость глута, не? Чур, я слева пойду хилить, нахуй, он 2 хп, если хай справляются. Я в ретрике, если чё. Давай, давай, давай. Давайте питомца паролим. Так, у нас 5 человек без этой хуйни. А, молодец, Егор, я сам хотел уже поставить. Ебать, тут рыбу найти, нахуй, алё, блядь.
Ну, она в метке. На ней какой-то Эйми Хау. Понял, блядь, а что там, какой-то пидор спиздил пета, блядь, или что, алё? Походу, Костян ролл, пацаны. Походу, вот это скринбан, блядь, улетел туда. Я смотрю, она стоит 4000 гп, пацаны. Скринбан получается, нахуй. Ну, нахуй. Только шепчи потом, шепчи на ушко все. Шабхама. Ирландец, покушай. Это мама ирландца была. Сашки, что, не подняли, что ли, делали? Подняли, подняли. Шапку оденешь? Шапку оденешь? Ну давайте, получается, вторая, четвертая пойти направо, первая, третья налево. Войт, ты иди тоже налево. Мидзукаги, Рыла налево. Марлу и Синдикат направо. Справится, как думаешь? Да, думаю, да. Что тут опять справляться? Ведь частичку перекидывать. Танк, надо, блядь, здесь. Ну это нелегко, нахуй. Да. Так, а кто у нас срез туда? Угу. Фокусируйся на нем, блядь. Так, а что у нас... А, ну у нас смекал пулит. Саня, в столовку напулишь. Так, все помнят, все поняли. Макс, кем ты работаешь? Кто, я? Поехали. Да. Сисадмин. Знаешь, как видно, надо работать? Все. Этим, блядь, аниматором на детских русских утренниках, блядь. Черта игра. Черта? Ты что, 40-м сказал? Блядь, в этом году смех вообще охуенный. Кто-то умирает. Блядь, кстати, попашь на смех, как у Каспера, ебать. Комментатора, он будет. Просто, Влад, к чему я это говорю? Тебе, кстати, переодеваться после работы, наверное, не надо. Грязный, как мракобес, нахуй, блядь. Пацаны, я к вам пришел, блядь. А что там по хп? Я фокус не взял вторую. У нас 42. Слева 42. Чего там 49-48. Стопайте, чтобы... слева, стопайте, слева, стоп. Ну, понял. Пускай слева безвредный стопанет, это оксиген стопанет, остальные бейте пока мисс. Тихо, это так и подбивайте. Да все, можно бить. Все, въебали оба нахуй. Там справа брусты нажмите свои. Хуй с ними. Хуй с нами. Хуй с вами. По 20к тикает, нормально? Ебать, слева меньше бейте, вы чё нахуй ироды? Ебина. Добивайте быстрее, во, красавцы. Дайте левитацию, пожалуйста, Майк. А пошел ты нахуй, падай, бомж, блядь. Арчи, брат, ради тебя, нахуй. Я дал тебе левитацию. Сука, успел, блядь. Себе не дал. Так, я в столовку напуливал. Да-да-да, давай, столовка. Подойдите все плотнее. Там чуть синдикат со мной не согласен. С вами. Можно я выйду нахуй? Внимание, это полярность. Ребят, сразу наберите ренжу на. Все встали, да. Давайте Геру. Бурсты отдали, поехал. Блять, у меня истерия еще минута когда. Нечаянно для тебя, это значит надо давать инер срочно. Сань, на тебя бурс, короче. Паладиновские крылья, понял? Я их не вижу. Внимательно. Значит, ты не розовый. А жаль, я был в тебе так уверен. Какие нахуй промахи? Смотрят внимательно. ШВД мармура не тыкай лучше, а то умрешь в следующий раз. Тыкай. 19к по нему ебало, ШВД, ну. Смена. Смотрим. Хорошо.
Шовка ебала. Спен первый раз за этот собой по мне ударил. Думаю, странно, почему я упал. Спен, не ори, заебал, успокойся. Блять, ну хоть раз пошутил смешно, блядь. Иди нахуй. Просто первый раз нахуй в жизни, нахуй. Я ж сам поржал. Блядь, что смешно, пиздец, нахуй. Смотрим внимательно. Куда? Блять, это нормально, что я ни разу не перебежал? Нормально. Да, бывает. Перекрестись. Заодно еще. Ну после твоих слов-то надо, блядь. Смотрим внимательно. Оба нахуй. Все, ГП получается. Заслакал ачиву, ебать. Да точно ГП, нахуй. На Хейгане тогда кто заслакал? Все, ебать, полпачки, ну. Ребята. Не ссы, ебать. Смотрим внимательно. Дайте ТМ, рыло. Уже давал. Ты хоть сдавай мне под гимн, сдавать будем. Смысл, ты его одного сдаешь? Сдавал его друиду. Че, блядь? Ну у нас друид в пачке без маны сидел, хил. Ну ты создаешь гимн, ой, этот, блядь, тотем, говори мне дать иннер. Потому что без него это бред. Не подходите никто, блядь. Я иду. Иду нахуй. Иду, ебать. Блядь, опять штаны, блядь, ебать. Нахуй они нужны? Я сейчас зеленкой забегу в плюс, в минус сама. Тебе хуй уебет. Меня? Да не сильно. Перчатки хуйня, скипетр хуйня. Так ладно, Сань, я, короче, убежал. Все, ребят, сорян, если че. Все. Давай, все, ты просто в чейсе, все в порядке. Бля, мне так смех там типа нравится, не знаю, кто это, блядь, вообще. Я ради него смешусь, блядь, ой, нахуй, шучу. Смешусь, блядь. Смешусь, блядь. Давай, смешусь. Давайте, ребята. Ты видишь, он, я что бы не сказал, он всегда смеется. Но. Да он напаленный сидит. Это лишь личный хейтер какой-то, хуй знает. Напаленный сидит, его. Ага. Саня, подрочить успею еще? Покажите мне палец. Ага, блядь. Я смеется, хочу узнать его. Саня, короче, на 3 минуты надо в туалет отойти. Он от смеха, если умрется, Сань, ты потом мне будешь должен человека смеящегося. Умрется? Умрется. Че, получку, звание? Это звание в гильдии добавить смехунчик. Не получку, военный сейчас пойдем. Это как ГМ-ка, только смехунчик, да? Военный? Да ну нахуй. Ну типа того. Да, идем военный. Пойдем охуенный лучше. Так, так, а что у нас там? Хан, да, получается? Только пошел, блядь, срез. Умрешь же, нахуй. Бери нет. Этого, какой молодец, он ежишь онлайн, да? А в литературе в онлайне должен. Не надо. Меня смещать будет, это мне страшно. Yes. А у нас на стриме же сидит он, ну. Че, есть кто-нибудь, кто из Дискорда может? Срез, сидеть? Возвращайся. Да, что может Дискорда? Понимаю. Дэмэдж. Чё там твой дэмэдж, нахуй? ХПС посмотри, ебать, 8к хуярю. Гоняй эту помойку, давай.
А где столовка, ебать? Он же попросил. На первом этаже. А кто ему разрешил, ебать? Тот, кого он попросил. Мочевой пузырь разрешил. Кого ебет, что он просил, нахуй? Ты его отпустил. Пустится в штаны, блядь, ебать. В натуре, ебать. Что, не мужик, что ли? Странно у тебя понятие о мужиках. Очень, представляешь. Ой, Ладомир пришел. Ля, ну забери, нахуй, сука. Может, мы тогда лучше Ладомира возьмем, блядь? А Войда спикнем в ретрика? Так, Войд же есть в ретрике, нет? Да я не знаю. Ну, как а хотите. Тебе нужен вообще инст? Это ты умно загнул. Хуй знает. Молодец. Хантер. Охотник. Дэн, есть инфа, что сегодня будет пост. Тебе нужно что-то с этого инста? У нас получается военный квартал, паучий и два лоста. С лоста пуха уйдет Егору однозначно. Скажи да, просто не думай вообще. Просто мы можем взять, ну, пацана, которому ничего нахуй не надо. А ты можешь с пугами пойти попробовать, попытать удачу. О, я в шипы сейчас пойду точно, ебать. Все, давай. Я все придумал, пацан. Хант ломает, берем этого Ладомира. А, он вообще сможет пойти? Спросить, надо спросить, блядь. Он сейчас только скажет, я не могу. Просто сейчас Ладомир будет в холлик, я буду шипа такая, понятно, да. Ты спросишь, Саня, или мне спросить? Я уже писал. Все, услышал. Сзади пак будем сливать? Сейчас сагрят 100%, проверяй. Давайте убьем лучше его. Да. Конь так встал, охуевший, блядь. Оба охуевшие, ему дизарм даешь, а он все равно стоит, нахуй, БШ крутит, пидор, блядь. Ебаный конь. Так как курсе на арене Зулдрака такая же хуйня, там ему даешь дизарм, он крутит, нахуй. Чернь, ебучая. Получается, Войд, срез, мораль и столовка, вот 4 танка. Егор остается в ретрике. Владимир, сейчас сразу шкаф поставьте, суманите. А, режим, я в ШП, да? Режим да, квадрата активируем. Какого квадрата? Режим по кругу. А, подожди, нет, ты, подожди, какого ты ШП, блядь? Режим броска на толпу, блядь. Этот, дайте, пожалуйста, в Долоран. А, ну да. У тебя будет два хп, ЛРШам. Подожди, у Войда просто нету с собой спека. У кого-то может здесь кто присутствует, он мораль пускай спекнется, блядь, и все. Мораль и так спекнется. Мне просто... Мораль, столовка, стрет. Висит, нахуй. Никуда ну, тогда Егор спекнется. Или Егор, мораль. Или Дэн. Давай я лучше, все равно у меня, блядь, это с Инером трабло. Ну, тогда бой давай. Висит, блядь, бой висит, да нахуй. Да нету боя, блядь. А, не, есть. Все же. И Ваня ж не помог, блядь. От чего, блядь? Да вон на черепке бой. Ну, там все равно человек в этом. Все, слетел. Сразу сумани меня, Кирилл. Давай. Спек смени. Саня, раз метки там. Смотри, сейчас падает топор, значит, посох и кастет, нахуй, блядь. И все, все рады, Поебало тебя. И все, сролит манай, да? Да. А что за конь прогрузил, что ты? Что это за хуй, блядь, вообще, блядь? Кто ты такой, блядь? Ты слышишь, нахуй, извините. Блядь, нахуя вы опять сагрили какого-то моба, блядь? Ну он сам пришел, как бы его и начали бить. Да, из-за него больно. Это был подземный конь. Под конь это был. Это, конечно, так после обновления начудили, что когда ВРЛК сегодня играл днем. Мобы под землей ходят под текстурами. Вот это да, это все нормально. Они написали новая работа геодаты на уровне, блять, нахуй. Я позавчера, так... короче, качался, я просто ходил мимо мобов, они на меня не агрились, нахуй. Потом я релогнулся, блять, и полетел в курсе на май там, блять, летающий маунте. В центр, блять. В хуйню какую-то, ну, блять, к воронку. Катаклизму. В воронку катаклизмовскую. Так, всех шуманули. Дэн, а, ты почему? Кто у нас получается? Слепкот. Мораль, срез, столов. 4 танка. Метки стоят, смотрите. Я мне метку поставили. Тут прям танчить, нахуй. Обе. Мне похуй, я и тут могу. Залазь на перила, блядь, держи его там, нахуй.
мехов нахуя их побери. А чё если на перилах его хуярить, ну тури. Так, пробуем. Включай режим. Включаем режим Ямакаси, нахуй. Я не подтвердил прошлый, сейчас у меня все норм. Нормально? Ну все, блядь. Дайте им чуть-чуть хотя бы времени, пусть они начнут водить нормально. Объедем. Давай, сейчас до среза дойдет, я в него, блядь, дрексель. Дайте еще один круг, пусть пройдут, а потом будете вбиваться нормально. Бэрю столовку. Бэрю столовку. Верните столовку, да. Бафните его котлеты по-киевски, блядь. Сняли. А чё, что за хуйня, алё, блядь? Не убежал столовка. Срез, забирай. Я уже его забирал. Берите, короче, кукол в контроль, блядь, быстрее, нахуй, пока мы не вайпнули. Это чистая залупа какая-то, тут что-то опять, блядь, нахуй, на стол. Не, блядь, давай, работай. У тебя уже откатиться должно было. Серьез? Я забрал. Возьмите кто-то куклу в контроль. Я забираю. Во, все, и пошли дальше, как было. Ну. Куклу себе затаунтите кто-нибудь. Таунтите тихо, дальше, тихо. Срез. Дай дивку по танку. Сейчас он умирал. Бафы сразу дайте по танкам, кто там умирал. Какая-то хуйня, он что-то дамажит, что ебанутый, блядь. Он просто доходит, ну чем беда. Столовка. Срез. Вот тут вот, в этом с квадратом проблем нету, с черепом тоже. У меня сейчас трабл. Убираю. Держи куклой, блядь. Друид один таун. Срез, готовься. Дай ДНБР сам. Может пускай кукла просто потанчит, блядь, и все. Блядь, вот зачем ты. Сука, был. Срез, готовься. Вот смотри, верхом до тебя не дошел. Не кастуй, мразь. Ну. Сейчас срез. Мораль. Я. Столовка. Сейчас подойдет срез. Срез. Ну, заебись. С выходом ульты мы точно так же будем ходить, да? Все 11. Мораль минус. Подумай еще на собрании, не факт вообще. Я заебал останавливаться. Ну, до биса надо одеваться все равно. Ну, просто с этих четырех боссов не будет падать все, что нам надо, блядь. Блядь, контроль. Возьмите куклу, блядь, ёбаный в рот. Умер. Станчите кукла, блядь, до конца уже, блядь. Кто не скупил? Присты. Мумура, попробуй одного забрать. Влад тоже МК. Пиздец, да. Ловко, собирай. Помог. Есть кукла, нет, блядь? Не будет куклы. Ну прожимки отдавай. Все, кукла танчит, не забирай нахуй. Идите дальше чистить. Реснить, пацаны, поедите. Ух, запах какие. Штаны с сорпой, блядь.
танки, не спекайтесь пока, давайте уже. Ёбана, урод, вовремя так окошко вылезло, пиздец. Чисто сказали резнуть всех, блять, половину тех, кто может резать, уже вперед убежали. Мидзукаги там всякие. Я шипы, ну. Да, шипы, блядь, ну. Да, я бить буду, заебал. Че, хилки не будет, да? Да прожмись. Да я гину дам нахуй, хилок не. Бесали, потому что все ДДшники съебались. Не все, ты же был, блядь. Мёртвый. Там что-то лежит, блядь, плечи какие-то. Хаст, меткость, латные. Что-то фиолок дохуя, да, падает сегодня? Да ну не дохуя, вот три шмотки упало, блядь. Четыре, по-моему. Так раньше вообще ни одного. Да, вообще не было, блядь. Я мэтр, мне Егор написал, он вылетел, блядь. Что, Саня, нашел? Кого? Ну, шмотку. Уже паролил, правда? Еще меч. Вот в тотемах лежит прям. Точнее, кинжал. Блять, нахуй ты, блять, расстраиваешь, ебать. Сказал меч, я думал, сейчас уже меч клюет. Чё, высокий КП, нахуй. Не надо. Какая вещь. Какая вещь, ебать. Походу, Сан, не надо, нахуй. Убери. Как минимум меткости у него 10 больше, ебать, на 15, нахуй. Интеллекта, ебать, на 2 меньше, ебать. Как же так? Какая же ты без интеллекта-то? Ты бись нахуй. Да ну как-то ж, блядь, дожил до 25 че сколько там у муля. Пиздец нахуй. Такой, ну, блядь, блядь, юморой у вас. Юмор какие-то, блядь. Я человека по-дружески спросил, а ты его подъебал. Нехорошо. 25. Кстати, столовка, а тебе че, эту двуручку не отдали, что ли? Отдали. А. Ну ладно. Так я же не полечу сейчас это, чарку ладно. Чем, ну в смысле, что-то горгулью найти? Или это... Горгулью в чай, ну. Рыбу варим, да? Да, да, да. Чайся, все равно Егора ждем, пока он... Егор сказал, написал, что без него убивать. А, тогда ладно. Короче, что, все милики нахуй направо. Как минимум. Срез с нами тоже сюда направо. Да, здесь посередине в тотемах ставлю рыбу. Полипало, дайте нам одного и какого-нибудь там, я не знаю, шамана, блять, и все. Синдикат, иди туда. Синдикат и рыло тогда сюда к нам. И рыло, дайте. Хорошо. Не мало вас там? В том КД хуёво было, когда мало, ну, когда одни милики пошли. Ну, пускай ШП. Сашке тоже милик пускай идет, я хуй знает. С нами. Он рыбу кушать стоит. А, ну у меня просто. Пускай к нам сюда еще ШП все идут. Ну, два ШП, ты и... Подруги, Лукашку, план организуйте, пожалуйста. МП-5 от синдиката висит. ШП и Мамура тоже сюда идите, и все, будет нормально. Надо ему ставить ШП ради бафа там. Ну, сова есть. У вас сова.
Так, получается, Телдрин бафал каски, сейчас каски бафа и Ладомир. Егор на четверых садников зайдет. Мне я понял. Повтори еще раз. Все поняли, кто где стоит. Чего вам не хватает? Срез. Каски не хватает. До этого каску Телдрин кидал. Сейчас Ладомир пускай. Но он вроде АФК. Не подтверждает. Женек, иди сюда к нам направо. И Мумура тоже сюда. Все, все тут у нас. Ладомир, с тебя каски. Дал там все? Да, дал. Все готовы, получается? Нет. Арч, рыло. Тёма. Ты, короче, запускаю. Всё, всё, тут, тут, Сань. Не будь я дурак, ну ладно. Не переоделся? Ага. Сейчас нахуй медведи нахуярь. Уберите пета с этого дурака, блядь, но все равно там отъедется. Кстати, да, тоже костер поставлю. Похуй его поставлю. А, жбой. А чё, где мобы? Долоран, походу, бегут. Спасибо, нахуй, блядь. Спасибо, Сирус, ебаный, блядь. Сирус, край. Пока боя на ником не висит, ничего не делайте, не тыкайте, пускай они там в текстурах бегают. Сейчас босс и придет, мы босса изнасилуем. Ну да, это нормально, нормально. Главное, чтобы сейчас такой же хуйни на четырех всадниках не было. Они спустились и пропали, нахуй, блядь. А мы от метеорита прячемся, блядь. Смотрите, они бегут на Ладомира и Слепкота. Может поискать какую-то точку вот на этой стороне, где они выходить будут. В угол. Лучше уже не надо, там уже 3-4 пачки вышло. А все, стойте просто, не бегайте нахуй. Ну так, а если мобов не убить, босс спустится или нет? Выйдет, конечно, выйдет. По времени. Не бегайте, блядь. Фаза 2, ты им ты курим, короче. Так, я пошел писать, ребята, если что. Да, давайте, блядь, сейчас они выйдут нахуй, мы тут все ляжем. На той, как на том КД, ебать, было нахуй, в втором рейде. Да не, аккуратненько начнем их тут, это ж. Ты в милипачке, ты умрешь от АУЕ просто, курсе. А я тебя, знаешь как, вот так к стеночке так аккуратненько поставят, твое очко так смажут, блядь, и пальчиком туда. Они не будут смазывать, ты о чем говоришь, ебать? Тупо туда отверток напихают, ебать. Полные не отправлять, большие, потихоньку. Ну ты сзади подойдешь, еще вывести. Отверток тебе напихают, задницу просто будешь потом кричать. А ты напиханный, да? Охуенно, так. Будем надеяться, что в ульдуаре, короче, весь трэш будет куда-то исчезать, нахуй, который не надо убивать. Да, я чувствую уже. Пш-пш, это там ульдуар или как у них? Саднекрыло эти, в курсе, штуки падают сверху, которые буры эти, ебаные, гномские, нахуй, и будут сразу просто сквозь текстуры падать, нахуй, внизу, и там появляться. Вы знаешь, как офигенно, если нас грилы, короче, эти мобы будут по текстурами бегать, а наши спокойно пушки чинить, не напрягаясь. За просто в АФК ушел, только босса бурстишь и все. А, кстати, ебать, да, ну. На киле, я надеюсь, такая же схема будет, да? Сейчас, нахуй, подождите, эти мобы в ульту прибегут, нахуй, когда ульду троить пойдете. На киле та же система, ну. Мобы бегают внизу, ебать. Короче, это, на Йоксароне глазики, которые здравомыслие у тебя отнимают под текстурами, и щупальца тоже прям охуенно. Кстати, походу, где-то не внизу. Ворота открылись, надо являться. Все равно не бегаем, народ, мы у нас. Там о, фат. Пацаны, привет, пацаны, здорово. Я в гости. Я понимаю, мы вот сейчас, если запиздите там на балконе, блядь. О, в натуре. Передумал, походу.
18-я волна, блядь, калитка закрылась, понял, блядь. Это я просто пришел к нему бить его, пацаны. Не, блядь, мне сейчас, знаешь, Готик напоминает, короче, того чувака из видоса. Вы кто такие? Я вас не звал, идите нахуй. Его всего 5 лямов, убивайте его, рдышники, нахули устали. Что у него сам один хп остается? 20 секунд, блядь, осталось. Ну пока убили бы его, нахуй, пока ФК стоите, ебать. Интересно, он телепортанется, блядь, или? Сейчас телепортанется, она в текстуре. Оба сейчас ебать. Кстати, давайте его бить, может, он сагрится во время телепорта. Так это же босс. Пиздец, блядь. Это же босс, но. Понял, блядь, скоро вторая фанта. Класс. Ну все, это РДД босс просто, нахуй. Ебать, что по нему так мало урон залетает? Ты потому что он там меньше урона получает, когда наверху. Так не сомно же должно быть такое. Промах, ебать. Это подсади, заебал, на балкон, давай залезем. А когда он тэпнется, алё? Иди сюда, нахуй, блядь, сыкло. Ну он уже должен был пролететь вообще, ебать. А мы ему меньше 4 и 9 не можем снять, у него только 98% и все, нахуй. Да. Мне нравится, как это, то есть пепеление летит в лук, ебать, смотри, а ну постреляй еще с пепелением, смотри, вжух, вжух, блядь. Через низ балкона, нахуй. Чисто, блядь, испепеление ануса, ебать, происходит, ебать. Че, пацаны, получается, must dispel? Испепеление ануса сейчас будет у нас, блядь. Это хуйня, ебать, вообще. Испепеление ануса, что, не слышал? Я не знаю, надо ебать вообще. Да. У тебя уже опыт есть, накатай на форум, пожалуйста, эту херню. Пускай, блядь, придут, помогут. Пусть его нахуй шопнут, ебать. Да. Кого, блядь, четвертая лоялка есть? Да, 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 надо с лоялкой. Тебя же есть, блядь, мне будут отвечать. Мне впадло. Дэн, иди хуярь, катай. Все, сопротивление пошло, пиздец. Ой, было. Я вам порой такую хуйню пишу, что меня, блядь, как мне там не банят на форуме, ебано. Зачем время тратить? Надо, короче, как-то выйти отсюда. Как, блядь? Диван, давай, нахуй. Дверь уже отсюда, и поехали. Да пишите, блядь, это 3 минуты делов на вип-форум, только быстрей, блядь. Мобы идут, бобы, этот, пропадают. Мобы идут, поднимаются. Смена цели там была. Видео есть. Ой, бля, пизда. Они тут сменяют цель уже с начала боя, ты чё, угораешь? Здоровенько, шо, смотрю, у вас такой бак. 84, пацаны, 84. Саня, это пизда, нахуй, чё делать, ебать? Ну, брат, не знаю, мы так же сам бьём там. Я пошёл на форум писать, как. Может быть, питомец через текстуру. Так вы что, тоже до него дошли и все, блядь? Ну да, такая же хуйня. А может, репать и заново, или он бы так сюда багает? Давайте вапнемся, пойдем паутина. А нахуя вам у него хп слетают, ебать? Надо, блядь, чтобы эту хуйню исправили, а потом будем, блядь, вайпаться, когда будете в Долоране. Так оно ниже 98% не падает. Я понимаю. Видите, 82 у него сейчас. Сейчас я пишу. У него 82 сейчас процента. Я тоже написал тикет. Так, на балконе, да, но хп остается и не умирает. Да похуй. Ну это бессмысленно сейчас бить его. Так не бейте, блядь. Да, только телепорт. О, да. Ворота, центральные ворота открылись. Дамажить начался, блядь, не? Не, нихуя. Сейчас я к нему прыгну, но все, пизда его. Показывает 83% у него. 98 у него, блядь. Эй, блядь, я сейчас ШД спекнусь, ебать, залечу тоже. Давай, таргеты из Аминова наведи, посмотри, у меня 80. 79, давай, 78. Кусай его, кьювиц, давай, сейчас мы вдвоем. А ну, стопните бить вообще, нахуй, все. Сейчас с него доты слетят, вся хуйня слетит, у нас и комбат слетит. Нет. Говорю, стопните, блядь! Мы коты, нахуй, не хотим там и лазим, блядь, заебал. Ну нахуй, блядь. Он там что-то базарит, блядь. А шо будет, шо будет? Чика тригенец. Один был инст, то сломали, ёба. Да дятлы, потому что ебать. О, ДК, попробуйте бомзей вызвать. Да хули толку, блядь. Конеха, блядь. Ну, мало ли. У меня 75% у него хп показывает, вообще похуй, типа. Мне полоска показывает. Кстати, да, до этого больше показывал. 4,9 ляма было. Ну, 3,7 сейчас у него показывает. Проходит от кого-то.
Бать, а как туда друиды забрались, ебать? Чё это, нахуй? Да, действительно, нахуй, бать. Как туда фералы могли залезть, ебать? Да спускайтесь, нахуй, дебилы. Не диспель меня, нахуй. Ебашался, нахуй. Не лезь, он тебя сожрёт. Или не сожрёт. Ну, полоса у него хп полная, да? Или мне вот тут показывает? Нет, уменьшает. Бать, уменьшается. Именно полоса хп, вот, которая, блядь, не в фрейме, а так. Все уменьшается. Нет, полоса не шевелится вообще. Мобы, мобы снизу идут, я вижу. Слышите? Мобы снизу идут. Нет, это смена цели. Охуеть, вот это да, нахуй. Готовьтесь, сейчас мобы снизу идут. Вот это да. Я прям видел в щели. Синдикат. Давайте гейма в дискорд позовем, пацаны. Клавишу В. Ты в щели видел, блядь? Вот, я прям видел сквозь пол, преследует вас. Они тебе там ничего не пихнули, блин? Они пишут, блять, пишут. Чувак, которого там преследует, он эту хуйню пишет уже на протяжении 4 или 6 минут, сколько мы его убьем. Да. Там в щель, блядь, заебал. 54% хп показывает. Кстати, 50%. 10% поднимается, блядь, только непонятно по каким, блядь. У него неймплейт полный, а сам фрейм хп уменьшается. Я вон скриншот даже в дискорд закинул. А я в ульта пошел. А кто там по никам помнит этих, блядь, шох его? Пусть это кто-нибудь вытащит в этом. Я пробовал, не получается. Через таргет, типа, ебать, задние ворота открылись, закрылись. Таргет написал этот, блядь. Ну как там, короче. Так они в Долоран побежали, кого ты там собираешь старгетить, ну. Если они под полом были бы, я бы их достал. 56-55, пацаны, процентов, нахуй. Сейчас на 30 спустится по-любому. Хуй его знает. У меня 74 у него процента, нихуя не меняю. 56. Ты перебеги на него, сними таргет и опять я на него. Я менял, нихуя не работал. Ну не знаю, блядь. А у нас шоп этот. Дэн, залетишь, когда у него там мало процентов будет наверх, если мы его убьем все-таки, чтоб ты лут забрать хотя бы мог. Жалоба на игрока. Я не достаю, высоко бы. Написал тикет гейма с этой шелупой там теребой. Ворота открылись. Баг репорта нахуй. Они могут убить босса сейчас просто на лут подарить, как бы, и все. Потому что это их косяк, а не наш, правда? Ну конечно, блять. Они нам должны с ЛК шмотки за такую хуйню отдать. Главное, когда ворота закрываются, скидываются все дебаф. Так, я не знаю, что там они кому должны, но от воли и чешки я бы не отказался. Не, мне, пожалуйста, чешку и ее аналог с этого Зуламана. Зулу Берсерка тоже пойдет, ебань. Мне больше нахуй ничего не надо. РБК инстов обычек падает 10-39 шмот. Дайте Халеона тогда сразу, пацаны, Геровска. Так мы же говорим чешку, Гер, блядь, сюда, нахуй, в студию. Нахуй, чешка, дайте Халеона. Ебать, слышь, пацаны? Дай ему, пожалуйста, Халеона, пускай он без шмота травит, и все. Ты чё, я в сон ли Халеоном буду хилить, ебать, чё, ты не веришь? Пацанам на X4, короче, с аркатраца выпало 239-е кольцо.